чтобы сыграть флажолет, необходимо коснуться струны, но не зажимать ее. Чтобы звук был ярче, необходимо, когда флажолет прозвучал, сразу убрать палец. То есть вот так. Дать выход звуку. Флажолет можно взять только на 7, 5, 12 ладу. Но, чтобы взять на другом ладу, необходимо сделать искусственный флажолет. То есть то же самое, только одной рукой. И таким образом мы можем взять флажолет, ну, например, на первом ладу, на втором, на третьем. То есть 13 лад равен первому ладу. Зажимаем первый лад на второй струне и 13 лад прижимаем. Делается это так. Палец сложен на струну, а вторым пальцем щипаем ее. И вовремя опять же отпускаем. Качество звучания приходит с опытом.